Маніпуляції в нашому житті зустрічаються чи не на кожному кроці, і сьогодні ми дізнаємось, як їх розпізнавати і чи варто від них захищатись. У нашій студії Павло Сарапін, психолог-психотерапевт. Дуже рада вас бачити сьогодні. Добрий день. Дуже хочеться дізнатися, що ж таке маніпуляції, наскільки часто вони зустрічаються, ми всі знаємо, бо кожного дня з цим зіштовхуємось, і як їх розпізнати і розділити, розмежувати. От це теж треба було б знати нам, так? І знати, як від них захищатись. От давайте з цього і почнемо. Хорошо. Що ж це таке? Хорошо, давайте почнемо з того, що маніпуляція на самом деле це просто метод взаємодійства одного чоловіка з другим чоловіком, або взагалі метод взаємодійства одного существа з другим существом. І маніпуляції нету хороших або плохих. Вони становятся хорошими або плохими тільки в тому випадку, коли хтось щось втрачає в процесі цієї маніпуляції і становятся не дуже хорошими, коли хтось приобретає щось в процесі цієї маніпуляції. Для того, щоб розкрити всю суть маніпуляції, давайте вспомнимо театр. И вспомним очень хорошую поговорку, что вся наша жизнь – это театр. И каждый из нас, приходя в театр, очень хочет и жаждет, чтобы им проманипулировали и вызвали максимально яркие эмоции, переживания. То есть каждый актер, когда выходит на сцену этого театра, он манипулирует зрителями. И от того, насколько он качественно и эффективно манипулирует сознанием зрителей, настолько зрители бросают ему цветы на сцену и рукоплещут его таланту. Не, ну это же просто гра, это же мы знаем, что ми не підсвідомо, а свідомо йдемо туди, в цей театр, щоб отримати задоволення, чи переживання, чи емоції, чи будь-що, подивитись на класну гру акторів. І ми знаємо, що це ненадовго, що це ми самі прийшли до цього. А я от мала на увазі ті маніпуляції страшні, якими керуються люди заради своєї вигоди, наприклад. О! Тогда следующий очень важный, очень хороший пример. Давным-давно во всех экономических вузах есть очень хороший факультет маркетологии, где учат специалистов по манипуляциям. И прежде всего хороший маркетолог – это специалист в области манипуляции сознанием покупателей, чтобы покупатели максимально много покупали товара, даже не осознавая то, что этот товар им вообще не нужен. Если мы опять же будем приводить примеры, с которыми все сталкиваются, и все уже вроде бы к ним привыкли, но все равно наступают на одни и те же грабли и покупаются на одни и те же манипуляции, все начинается с супермаркета или с любого другого магазина. Когда человек заходит в магазин, то все начинается с манипуляции упаковкой товаром, с внешнего вида этого товара, с манипуляцией запахов с этими товарами. Каждый из нас знает, что если что-то хорошо пахнет, то у нас возникает неосознанное желание и возникновение аппетита. И даже если мы не хотим, то мы все равно совершаем эту покупку, потому что кто-то сознательно, какой-то плохой маркетолог проманипулировал нашими низменными инстинктами и заставил нас купить этот товар. Поэтому если опять же переходить уже сразу и к защитам от манипуляции, то мы должны всегда ходить в продуктовый магазин на полный желудок. Почему? Потому что будет очень тяжело проманипулировать человеком, если он сыт. А чем выше уровень голода, тем легче им проманипулировать. Поэтому... Або список себе, писать список. Нет. Список, не допоможе? Список поможет, но все равно, если человек голоден и смотрит в этот список, у него все равно сработают более сильные внутренние механизмы, которые заставят его совершить покупки, которые ему в данный момент не нужны. Але ж він голодний, купив, наївся і все добре, ніби і не було ніякого обману. Вот, это вроде бы не было обмана. Но тем не менее, каждый из нас знает, что внутри нас сидит такая прикольная субстанция, которая жадность. И опять же, мы всегда хотим все больше, больше, больше. И у людей, как правило, другая субстанция, которая называется волевая сфера, она уступает всегда этой жадности. И они, конкурируя друг с другом, всегда, ну вот наша внутренняя сила воли проигрывает вот этой жадности. И манипуляции строятся как раз на этих низменных инстинктах, на каких-то других наших потребностях. Поэтому, если опять же говорить о моментах защиты от манипуляции, мы прежде всего должны усладить наши внутренние потребности, тогда нам будет легче сопротивляться от момента манипуляции со стороны окружающих. А запахи? Это же справді, наскільки... Я ще дуже... От коли заходиш в магазин парфумів,
ти чуєш той запах, тобі, звичайно ж, хочеться, щоб ти пах так само, да, як і ти чуєш цей запах. Так? Ну, звичайно, тут не можна сказати, що людина, ну, от не може вона встояти, але ж, можливо, це й добре, бо якщо ви колись планували собі такий запах, ви його почули і ви хочете, щоб він був у вас. Тогда мы опять же должны говорить еще о физиологии организма человека и вспоминать о том, что запахи у нас запускают химические реакции, которые опять же вырабатывают внутренние вещества, которые вызывают у нас состояние удовольствия. И если мы будем проводить опять же такую хорошую аналогию, то состояние влюбленности изначально запускается именно запахами. Поэтому состояние любви – это уже момент манипуляции одного человека другим человеком. Насколько все складно в этом жизни? Да, поэтому, опять же, если вспоминать наше совсем-совсем прошлое состояние, то люди, когда ходили на охоту, они забивали свои собственные запахи, мазались запахами, которые привлекают других животных, и становились вот этим манипулятивным объектом, который привлекает животных, и наохотились на этих животных. Поэтому вся наша жизнь – это одни сплошные манипуляции, и, опять же, нету и манипуляций хороших или плохих. У нас, опять же, они становятся или хорошими, или плохими, только тогда, когда они или угрожают нашему благополучию и состоянию здоровья, или наоборот, они могут быть для нас полезными, приятными и очень выгодными. Каждый, опять же, рыболов знает, что если он не манипулирует рыбой, то он ее не поймает. Не поймает рыбу, он останется голодным. А что ж тогда? Это выходит все нечестно. Да. Вся наша жизнь – это один сплошной обман, и кто лучший обманщик, тот лучше живет. Поэтому на этом принципе основан и механизм естественного отбора, который, собственно говоря, заточен по то, чтобы сделать из нас максимально шикарных обманщиков и манипуляторов. И тот, кто плохо обманывает, того съедают просто-напросто. Пане Павло, знаєте, хочеться жити чесно, я вам скажу. Хочеться, щоб навіть якщо, наприклад, ну це не називати це маніпуляцією, а називати там звичайними правилами життя, можливо, так? Не використовувати інших людей, а жити так, щоб було добре і вашому партнерові і вам, наприклад, чи вашій дитині і вам. Дуже часто діти маніпулюють дорослими для того, щоб отримати якусь вигоду, чи там, не знаю, там цукерочку, чи десь там похід кудись. І їм це вдається. Да. Бо хто ж, як не діти, знає своїх батьків? Знають, розпізнають. И манипулируют, и манипулируют. Как это лучше сделать, так? Ну тогда, опять же, мы должны прежде всего начинать с того, что когда ребенок приходит в детский сад, ему все равно вкладывают в голову момент конкуренции и момент оценочного поведения. И если ребенок не дотягивает до каких-то оценочных характеристик, ему говорят, что он плохой ребенок, и все равно обучают его моментам манипуляции и моментам взаимодействия с другими людьми, детьми, взрослыми. Если мы говорим о семье, да. В семье дети очень часто манипулируют своими родителями, прежде всего на основании инстинктивных чувств, когда родители очень любят своих детей, и эти чувства у них инстинктивные. И дети, ощущая вот эти инстинктивные чувства, максимально выживают из своих родителей положительные эмоции. Плюс к этому есть еще другие способы детской манипуляции, но опять же, эти манипуляции могут быть и во взрослом состоянии, особенно когда родители приходят в магазин игрушек со своим ребенком, и он падает посредине магазина, сучит ручками, ножками по полу, кричит очень сильно. И родители, опять же, благодаря этой манипуляции попадают в клещи двойного капкана, связанного с одной стороны внутренних... Что люди скажут. Да, это то, что скажут окружающие, потому что вступают моменты запретов социальных, которые держат человека в определенных условиях. И опять же, вот этого внутреннего состояния любви к ребенку. Поэтому... И не заспокоится, будет же ему погано, так? Але я так думаю, що розумні батьки, вони якось не допускають таких випадків, це по-перше, не купують нічого. Чи як? От як ви думаєте? Чи ні? Чи треба якось... Ну, мені здається, що взагалі от я б не дозволяла. Ну, мені здається, що от треба якось з самого початку це все припиняти. Ну, щоб дитина розуміла, коли вона може, коли не може це робити. Тобі ж ми, опять же, підходимо к тому, що люди з самого начала все-таки существа достатньо соціальні, і для
того, чтобы быть, опять же, успешными по сравнению с другими животными, потому что если сравнивать человека, в отличие от многих животных, он уступает им в силе, в проворности, в скорости, но люди отягощены интеллектом, то бишь своей красивой головой, которая дает бонус в сравнении с другими животными, и как раз вот этот мозг дает возможность человеку манипулировать этими другими животными и подчинять этих животных своей воле. Если человек не будет манипулировать лошадью, коровой, собакой, то тогда они не будут ему служить и подчиняться. Поэтому опять мы приходим к тому, что с одной стороны манипуляции очень плохо, с другой стороны манипуляции очень хорошо. Но тогда опять же мы переходим к тому, что для того, чтобы люди могли хорошо жить друг с другом, в силу вступает свод правил и законов, которые с одной стороны поощряют манипуляции, с другой стороны ограничивают действия этих манипуляций. И человек в семье и потом в социуме обучается правилам взаимодействия и взаимного проживания. Люди договариваются о том, что в этой игре, которая называется «жизнь», допустима в виде манипуляций, и то, что недопустимо. Появляется свод правил и законов. Каждое общество устанавливает свои правила, свои законы, и в зависимости, опять же, от развитости этого общества эти правила и законы будут меняться. Но я бы опять же хотел еще обратить внимание и поговорить о другой стороне манипуляции. Я бы хотел поговорить о манипуляции, которая у нас сводится и к нашему физическому контакту, то есть манипуляции при помощи нашего тела, и к манипуляциям при помощи нашей речи. Почему? Потому что речь — это очень хороший способ манипулировать другими существами при помощи, опять же, каких-то звуков. Ну, опять же, люди очень хорошо манипулируют другими животными, в частности, кошками, когда говорят «кис-кис-кис» и приманивают это животное на какие-то стимулы, но сталкиваются с тем, что кис-кис-кис, который они говорят, условно говоря, в нашем языке, совершенно прекращает функционировать, когда они переезжают в страну, где кошек изначально приманывали другим речевым каким-то возгласом, как, к примеру, кири-кири-кири-кири. Так вот, я просто хотел бы проводить такую хорошую аналогию о том, что каждый человек для того, чтобы быть хорошим или плохим манипулятором, изначально должен понимать способности свои как манипулятора и еще ответ манипулируемого объекта. Потому что мы можем столкнуться с тем, что одни и те же посылы с одним человеком будут или с другим живым существом функционировать очень хорошо и отменно, а с другим будут функционировать очень плохо. Я специально, опять же, принес на эфир вот такие две замечательные наши украинские монетки, которые многие держат в руках, и магнит. Так, и, опять 25 же, копеечек. По полтинничку. А. Так вот, опять же, я показываю такую интересную магическую штуку, что я подношу магнит к одной монетке и вижу, что она не магнитится к этому магниту. И наступает момент магии. А как это так? А вот а, так вы это перевернули так. На той бик? Нет, ничего я не переворачивал. Это просто, опять же, особенность. Чи когда правда? Наше государство начало выпускать 50-копеечные монеты из другого сплава, который стал магнитным. Ось як. Ага. Оно тоже проманипулировало нашей экономикой и понимало, что изначально выпускаемые монеты медно-никелевого сплава, они в производстве дороже, чем вот монеты, которые содержат в себе железо. И наступил ось, момент, еще. Когда мы вроде бы видим 50 копеек одинаковые, но видим, что они разные. Но есть еще один прикольный момент, о котором мы должны помнить, что если у нас есть две монетки, одна из которых может участвовать, то возникает момент так называемого индуцированного состояния, когда вторая монетка берет и подтягивает ту монетку, которая бы вроде бы не взаимодействовала с первым объектом. Психиатры и вообще люди давным-давно обратили внимание, что вот этот момент индуцированности присутствует в сознании людей. И опять же, каждый из нас знает, что когда он хочет спать и начинает зевать, то это состояние начинает распространяться вокруг, и люди тоже начинают зевать. Поэтому мы тоже можем проманипулировать и этим состоянием, и заразить других людей, даже при условии того, что они даже не подозревают, что ими манипулируют. А скажите, вот такие небезпечні маніпуляції в нашому житті, от як їх, по-перше, розпізнавати, коли справді отакі є маніпуляції, коли маніпулюють нашою свідомістю, коли десь ми бачимо, що десь є якийсь підвох, ну щось там десь не так.
І як їх розпізнати, по-перше, а по-друге, і от ви вже сказали про тих людей, які за допомогою слів, за допомогою вашої розмови якоїсь можуть просто проманіпулювати. А як не дати їм можливості це зробити? Вот. Поэтому, опять же, возвращаясь к нашим волшебным предметам, мы должны четко понимать свои особенности и особенности тех людей, с которыми мы контактируем. И мы можем внутри себя создавать условия, которые будут препятствовать моменту манипулирования. Если, опять же, проводить такие простые социальные примеры, с которыми мы все сталкиваемся, то есть момент статистики, что чаще всего на улице грабят тех людей, которые находятся в состоянии растерянности. Человек, находящийся в состоянии растерянности, он оказывает меньше сопротивления грабителям. Этим... Ему уже однаково. Да, беріть, что хочете. Да. У меня все в житті погано и взагалі. Вот, поэтому, если вы создадите внутри себя определенный направленный эмоциональный потенциал, то этот эмоциональный потенциал будет вас защищать от неблагоприятных факторов и, в частности, от момента манипуляции. Если, опять же, вспоминать про, пример с магазином, то когда вы приходите сытые в магазин, то у этих страшных маркетологов нет возможности проманипулировать вашим пустым желудком и заставить вас купить лишние продукты. Если говорить о каких-то других особенностях, то мы, опять же, должны вспомнить наши исторические примеры, когда революции возникают тогда, когда у человека возникает определенный заряд негативных эмоций и переживаний, и этим человеком проманипулировать значительно легче, когда у человека все хорошо. Дуже часто трапляється так, що, от, наприклад, вам нікуди діватися. От, ну, можливо, там десь робочі моменти, так? А є момент заробітної платні, наприклад, низький, там, так, і але людина змушена, бо скрізь безробіття, наприклад, так, змушена якісь моменти виконувати, так? Є такий момент. Да. В школі, наприклад, так, дитина змушена терпіти вчительку, бо інакше буде гірше, так? Ну, тобто є такий момент маніпуляції з одного боку, може бути з іншого. Тобто от захиститись, я маю на увазі ось це ті правила поведінки, які змушують людину стати сильнішою і знайти в собі сили протидіяти, протистояти тому, що є у суспільстві, і зробити кроки. Це найперше, бо дуже часто люди не можуть це зробити. Не можуть. Вони вважають, що так склалося, це наше життя, і все. І у нас немає ніяких методів захисту. Вот. Давайте тогда опять же будем говорить. Если можно коротко, бо часу мало залишається. Вот, давайте тогда опять же, начиная со школы, будем говорить о механизмах защиты. Дети, как большие манипуляторы, обращают внимание, что учитель, когда собирается кого-то вызывать, он окидывает взглядом весь класс и смотрит на реакцию учеников. И тот ученик, который делает вот так, это потенциальный претендент на то, чтобы его вызвали, по причине того, что он всем своим телом говорит о том, что он готов, чтобы его проманипулировали и поставили ему двойку. Два за четверть, два за год. И тот ученик, который делает вот так, это говорит о том, что у него готов механизм защиты от манипуляции. Но а знаете, есть... сколько хитрых таких вот зараз как раз, вот как раз об этих хитрых учениках мы должны поговорить. О том, что если мы хотим защищаться от процесса манипуляции, то мы должны стать сами манипуляторами и проманипулировать нашим учителям, сделав вот так, что мы все знаем. Так. И от того, насколько мы будем успешно это делать, настолько будет успешна наша жизнь. Да, наша жизнь – это один большой момент манипуляции. Доводиться це робити. А от скажіть, от, ну справді, повинна бути чиста совість, як то кажуть, так? А, ну, як бути тоді ось в цьому випадку, щоб залишитися при своїх інтересах і розуміти, що ти нікому поганого нічого не робиш? Тобто і сам залишився так на висоті і зробив те, що тобі треба. Так, можливо? К сожалению, нет. По причине того, что тот, кто создавал людей, у него было очень большое чувство юмора. И он, прежде всего, создавая людей, заложил в них обязательное условие сомнений, потому что именно сомнения делают человека способным к выживанию. Если мы представим человека, который удовлетворен полностью всей жизнью, он перестанет развиваться.
Если мы опять же представим, что человек будет полностью удовлетворен всем, будет отсутствовать момент потребности сделать эту жизнь лучше, провзаимодействовать с другими людьми. Поэтому ущербность человека делает его с одной стороны уязвимым, с другой стороны очень сильным, потому что именно благодаря вот этой противоречивости человек способен выживать. Ну що ж, на цій ноті ми з вами і завершимо нашу сьогодні зустріч. Справді, маніпуляції – це дуже цікаво і корисно було сьогодні дізнатися, які вони бувають і як від них захиститись. Від деяких, а ми вже знаємо, як захиститись. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні прийшли до нашої студії. Справді, цікава тема. А наступного разу, я думаю, що поговоримо про щось інше.